Ухть. Вот это я, блин. Вот это я попал. Всем привет, ребят! 5 января 2022 год. Приехал сегодня на реку. Погода, смотрите, какая шикарная стоит. Солнышко светит, периодически поддувает ветерок легкий западный. 14 градусов мороза. Я думаю, что сегодня погода располагает к ловле окуня. Вот, но что об этом во всем думает сам окунь, мы скоро узнаем. Сейчас буду бурить лунки на первой точке. Смотреть с подводной камеры, есть ли тут рыба или нет. Ну, если рыбы нет, то пойдем дальше. А если есть, то уже будем начинать ловить. В ящике у меня здесь вот такой вот карп взял. Тут колбаски с хлебушком немного. Тут у меня запасные перчатки. Одни полуперчатки, одни полностью перчатки. Два чехла с удочками. Ну, это камера обычная. Четыре коробки с мормышками. Ножик с плавающей ручкой. И камера Focus Fish, на которую мы сейчас с вами будем смотреть наличие рыбы. Если честно, то не знаю, насколько хватит заряда камеры, потому что с прошлой рыбалки я ее не дозаряжал. Вот. Так что насколько хватит, настолько и хватит. Будем смотреть. В общем, засунул камеру на первую лунку. Здесь плавает вот такой вот красивейший окунек. Ну, это, наверное, грамм такой 80-то точно есть. Вот, и есть у меня большое желание попробовать предложить ему свою мормышку. Уж больно красивый, смотрите, какой ирокез у него. Вот. Как бы наводит на мысли о том, что рыба активна. Не знаю, так ли это на самом деле или нет. Но это очень хороший повод проверить. Смотрите, как позирует. Прям красавец. О, какой. Очень красиво. Опустил камеру в соседнюю лунку. И вон там он на мели. Стоят окуни, видите? Красавчики какие стоят. Там прям пузатые окуни плавают. Прям хорошие. Угу. Ну, сейчас будем пробовать. Прям красавцы, смотрите, какие. Эти-то уже прям вот ничего. Хорошие, да? Смотрите, какие. Ух. Ух. А там-то вот на миллион, там вдалеке, видите? Окушок-то прям вообще добрый. Прям добрый. Ну, сейчас попробуем. Это самая мелкая лунка. Вот смотрите, какой окунек плывет. Я думаю, что на такой небольшой глубине, если рыба не будет клевать на вольфрамовые мормышки, то, наверное, будет смысл поставить какую-нибудь мормышку из свинца очень маленького веса. Это уже так, мысли вслух. Сейчас будем проверять, пробовать.
Так, удочек у меня сегодня с собой много разных. Ну, наверное, начну вот с этой. Если не будет клевать, там посмотрим. Ух ты! Была поклевка. Я думаю, что есть смысл поставить какую-то мормышку, которая будет более плавно играть. Возможно, это будет основным ключиком к сегодняшней рыбе. Вот из мормышек, которые у меня плавно играют, это только свинцовые мормышки маленького веса. А также мормыш. Мормыш 0,3. Он у меня уже оснащен на одной удочке, поэтому, наверное, сейчас я его и попробую. Удочка Ковалевка. Леска 0,1. Мухомормыш моего изготовления. Весит 0,3 грамма. Кивок также мой. Моего изготовления металлический. Лесочку чуть-чуть протянем, чтобы она у нас была попрямее. Вот, и начнем вылавливать. Ну, какие интересные окушки плавают здесь. Камере приплю. Ну, какой. Эти убежал. Вот по губам. Мормыша приплюнулся, издалека приплыл. На тихую проводочку. Все понятно. Ну давай. Понюхал, видели? Просто понюхал. Сидеть. С какого мормышина тогда вообще там 0,18 грамма, наверное. Совсем малюсенького, чтобы они клевали-то на него. Но интерес-то проявляет. Интерес проявляет однозначно. В общем, надоело мне тут драконить этих окуней. Пойдем на другую точку. Проверим, может быть, там рыбка будет поактивнее. Точка не разбурена. Есть ли какая-то палочка одна стоит. Вот, ну, в целом точка не тронута. Это хорошо. Сейчас забурим и проверим. Тут у нас мелководье. Да, вон, вижу окуня. Коряшки тут вот такие вот интересные. Забурило этот пятак вообще конкретно. Рыбы здесь нет. Идем дальше. Thank you.
Ну вот, на месте нашей специальной прошлой рыбалки. Куча рыбаков сейчас сидит. Ну чё? Здорово. Ну, я пробежался там по нескольким местам. Ну, пару поклевок видел нормальных и все. Мы там были, блядь, уже, потом пришли сюда, ничего мы там не видели. Ну вот. Так я что-то пробежался с камерой-то по нескольким местам. Так нету рыбы-то. Нету, нету. В одном месте, где рыба была, там несколько поклевок было и все. Вот и все. Ну. Здравствуйте, ну что, половили? Яга наловил. Красавчик, я видел, там твоя кучка лежит, да? А пеньки-то. А вот да, закладки. Куча большая. Все, я наловил. Я, короче, пробежался по нескольким местам. А что, я камеру макаю, рыбы нет. Как нету, у меня вон клюет. Там нету. Вот здесь вот рыба есть. Ну я что-то не стал, думаю, ладно. Ну извини, я вот всех выловил тут. Красавчик. Так, это уже интересно. Тут вот заливчик, закуток. Есть вероятность, что тут есть глубина. Если глубина тут есть, то может быть. Пробую двери. Смотрите, какая тяга здесь уходит. Ну, опасно, как-то идем. Странно. Искали окуня, а нашли плотву. Вот так вот. О, елки-палки, и окуни тут есть. О, вот это да. Вот это косяк. Смотрите, какой косяк окуней. Они куда-то идут. Блин, надо быстрее ловить. Это да. Прикольно. Вон там нормально вроде окуняк. Ну они бойкие, видите как. Остановились на камеру, смотрят, разглядывают. Пытаются понять, что это такое интересное к ним пришло. Угу. Ну сейчас еще посмотрим в других лунках, что происходит. В другой лунке тут такие вот заросли из травы. Вон что. И плавно уходит в центр залива свал. Вон туда. А! О, стоит. Пасет. Видите? Это нормальный. Это уже такой грамм 100, наверное. Хороший. Вон там он еще один. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот еще и стайка плотвы здесь. О, вау! Офигеть! Офигеть! Вот это я попал! Вот это я конкретно. Ё-моё! Офигеть! Вот это да! Вот это красота! Вот это я не зря шёл-то, да? Вот она, рыба-то где? Ё-моё! Сколько здесь рыбы! Обалдеть! Сколько тут сороги! Ой.
рыбацкое сердце не выдержит. Надо быстрее хвататься за мормышку. Видите? Ёрш, ёрш, точно ёрш. Ой-о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 й. Все, я не выдерживаю. Я просто не выдерживаю. Надо быстрее начинать ловить. Блин, это какой-то кошмар тут под лунками происходит. Вообще жесть, сколько рыбы. Она вся куда-то бежит, 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 бежит. Вон что. Эй, плотва, ты остановись. Это елец, елки-палки. Это елец. Кушарик. Даже несмотря на то, что лунка у нас сейчас была закормлена, вот, на нее рыба не встала. Плавают какие-то одиночные сорожки, но как такового скопления рыбы нету. Большой косяк рыбы, сороги перевешивают с окунями, бегают по всему заливу. Не знаю, то ли они от кого-то бегают, то ли у них в голове что-то такое свое есть, что она просто гносится по кругу и не останавливается на одном месте. Вот, смог я тут поймать одного ельца и одного мелкого окушка, и на этом все. Поэтому я сейчас складываю все вещи в рюкзак, по-быстренькому все пакую и бегу на то место, где сегодня были замечены в камеру хорошие окуни, где было несколько поклевок. И даст Бог, может быть, на этой вечерней зорке мы еще кого-нибудь поймаем. Это будет хорошим завершением сегодняшней рыбалки. Ну что, друзья, товарищи, я думаю, что вы уже заметили, что обстановка изменилась. Сейчас утро, новый день. Почему так произошло? Потому что пока шел до того места, где у нас с утра клевали окуни, у меня, в общем, сел пауэрбанк, и у меня выключилась камера, на которой я все это дело снимаю. Ну и поэтому там уже были сумерки. Я, если честно, попробовал, но ничего не поймал на тех лунках. Вот поэтому я решил приехать сюда снова и попытать счастье в очередной раз. Опять мы на этом же заливе, где в камеру я увидел большое количество рыбы. Решил я начать именно отсюда. Протопал по реке довольно-таки много, километров, наверное, где-то 2. И сейчас будем рассвертывать лунки, смотреть с камеры, так ли, до сих пор ли здесь плавает рыба. Но если рыбы не будет, значит пойдем в другое место. А окружает нас сегодня просто удивительная красота. Сегодня ясная погода. Сегодня обещает минус 20, но вот пока доехал до места, где-то минус 17 было. Так что сейчас будем начинать рыбачить.
Так, ну что, давайте глянем подводной камерой, что у нас тут происходит. А происходит у нас тут вот такая картина. Опустил камеру. И тут у нас опять сорога. Плавает, интересуется камерой. Вон, видите, как? Ну, не знаю, вроде как бы нету такой беготни, как в прошлый раз. Что-то она плывет косяком. Ну, не так быстро, как в прошлый раз, мне это кажется. Может быть, как бы и поклюет. Может быть. В этой луночке также рыбу показала. Тоже ходит сорожка. Видимо, у нее тут какой-то маршрут, по которому она передвигается. Ну, еще окуньки тут были. Вот она. Вот она. Ну, это мелочь. Там так-то хорошие рыбки проплывали. Пойдет. Пойдет. На мели-то тащить такой класс. В общем, немного закормил я лунку. Сейчас, наверное, еще парочку луночек пробурил. Здесь вот тоже закормлю. Даже если рыба на них не будет клевать, к вечеру вроде как должна рыбка начать более-менее проявлять активность. И если что, то мы сюда еще потом вечерком заглянем. Такие дела. Так, есть у меня тут мормушечка одна. Маленькая-маленькая, с белой бусиной. Такая вот. Черти еще вот есть маленькие, самодельные. Такая мормушка, во. И сейчас я ее, наверное, поставлю на удочку с сопливым кивком. Сопливый кивок, стилет. Леска тут, правда, толстовата, но ничего. Для подстраховки пойдет. Вот и будет это у нас секретное оружие сегодняшнее. Для того, чтобы вытрясывать эту неуловимую сорожку. О! Вот она. Вот она. Вот она, родимая. И это хорошо. Ой! Класс! Белая бусина. Работает. Пойдет. Ну вот делаю уже которую проводку на этой кормленной лунке, но никаких результатов нет, не клюет, либо рыбы нет. Сейчас засуну камеру, посмотрим. Если рыбы нет, попью чай, пойду дальше. Корм вижу, рыбу не вижу. Ну и ладно. Собираем манатки и валим на следующую точку. Я начал потихоньку переходить в другое место. Тропинок здесь нет. Соответственно, с этой стороны люди туда не ходят. Поэтому есть шанс выйти на по-настоящему интересное место. Ну, говоря вот этим
мы и занимаемся сейчас. Тут перекат. Перекатик, видите, какой классный. А тут залив. И там может кто-то жить. Ну, тут звери бегают. А тут река ускоряет свой ход. Опасное место. Ну что, попробуем не нырнуть. Сейчас вот иду вдоль берега, потихонечку передвигаюсь. Тут протока. Вот. Иду аккуратно. Вот тут лучше, если вдруг замечу, что где-то тут подмывает или еще что-то. Вот. Нырнуть не хотелось бы, тем более на течении. Вот нашел стайку окушей нормального размера. Сейчас засунем туда мормышку свою по-быстренькому, пока они не уплыли все отсюда. Вот он. Все-таки взял. Но он мелкий. В камеру он чуть-чуть крупнее. Вот на следующей лунке как раз-таки хорошее скопление окуней. Вон они, красавчики, плавают. Вроде бы как бы даже они никуда особо-то не спешат. Вон они. Нормальные. Ну как нормальные, мелкие, конечно. Вон на дне даже лежат. Видите, окуньки? Вон лежит окунь на дне. О! Покрупнее. Поинтереснее. Ну, сейчас мы засунем туда нимфошарик и посмотрим, у кого из них крепкие нервы. Ну, сорожка плавает. Окуньки тоже. Сейчас будем проверять. Покрупнее. Ну, пошарик долбит. Слушайте, ну, в принципе, так клев окуня сегодня есть.
Вот, если то место, про которое я нашел на карте, все-таки так на самом деле такое хорошее. Ух ты! Ой-ой-ой, это кто это? О, это уже наш клиент. Хорошенький попал. Если то место, которое я нашел на карте, на самом деле такое хорошее, вот, и там, может быть, присутствует окунь, и там никто никогда не бурил в этом сезоне, то есть достаточно большая вероятность того, что мы там положим. Главное до туда дойти. Ну, до туда не так далеко. Так что обследуем сейчас луночки, которые я тут. Ай, по губам! Хорошая рыба была. Обследуем луночки, которые я сейчас тут пробурил. И потихонечку будем туда выдвигаться. Очередная лунка, ребят. Смотрите, что тут происходит. Во-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 о
А внизу никого. Где окуни толстые, которые должны пасти такую мелочь? Смотрите-ка, что никого нет. Следующая луночка встретила меня вот таким вот заросшим лесом. А там вдалеке то ли идет, то ли пасется на одном месте стая плотвы. Надо сейчас посмотреть направление и попробовать подбуриться туда. Ну вот как раз таки луночка с сорогой. Вот она тут плавает. Либо она куда-то мигрирует, либо она тут пасется. Сейчас засунем мормышку и будем проверять. Класс. Косячина какой. Ну, сколько. Уиу. В общем, заколдованное местечко какое-то, рыба не клюет. Вот. Так что остается нам еще один небольшой переход. И буду я как раз таки на том месте, куда я и планировал прийти. Очередной переход. Открытая вода. Вон, видите. Я ползу по берегу.
ушел. Чуть-чуть мелко. Глубоко не набрал Вот, ребят, наконец-то я пробурился и нашел рыбу. Сорожка тут плавает, и окуньки вон носятся. Вот. Окуньки хорошие проплывают. Что-то куда-то опять все бегут. Куда бежите-то? Вон там окуньки-то вообще хорошие плавают. Давайте, стойте, я вас сейчас всех ловить тут начну. А то что, я зря что ли столько прошел-то? Это я удачно лунку пробурил. Сейчас попробуем половить. Хоть отдохну немного от перехода. Вон там какая сорожка здорово проплывает. Класс. Угу. Щука. Щука. Привет. Ты хочешь сожрать мою камеру? Опа. Плыла, ну не крупная. Ну блин, интересно. Интересно. Ну рыба-то трется здесь все-таки. Все-таки стоит. И он ходит. Сейчас попробуем предложить им мормышки наши. Классный аквариум. Аквариум, что надо. Есть. Есть. Давай, давай, быстрей, быстрей. Они там скопились уже. Ух ты! Вот так! Вот это!
Хорошо. Хороший размер уже пошел. Не зря сюда полз. Не зря. У меня аж руки трясутся, ребят. О, на опускание. Ой-ой. Пойдет. Пойдет. Давай, давай, давай. Красавчики. Вот не зря, ребят, шел. Чуть не провалился. Блин. Через всякие кусты полз тут. Думал, гадал. Красивый, хороший окунь клюет. Еще огонь. Фух. Прям жить хорошо стало. Опустил камеру, в общем, в следующей лунке. И тут окуни. Окуни нормальные. Вон что. О, щука. Щука. Якушина вон стоит какой. Серога. Вот это я пришел. Вот это красота тут под лунками, а? Ты смотри, что, а? Ой, красота. Ой, хорошо. Следующая лунка. Тоже рыбы тьма. О, стоит. Здорово, друг. Вот это я, блин. Вот это я попал. Четко. Так. Ну все, ждать я больше не могу. Я начинаю ловить рыбу. Ну, в общем, ребят, я готов начать смотреть мультики. Ой. Есть. Есть. Есть контакт. Еще есть желающие? Мормышка вкусненькая. Аппетитная. Давай, давай. Давай, мой хороший. Не, ты смотри, что. Она ж такая аппетитная, вы что?
леска закусывается. Сорожка хотела сожрать их. Ну давай, давай. Я тут с замиранием сердца смотрю за этим, за всем. Ну-ка давай. Барбос. Есть барбос. Мормышка легкая, закусывает ее, потому что мороз. Сейчас мы фошарик поставим туда. Продолжаем разговор. С окунями. Вот он сразу. Резкая игра, что ли, или что? Что не нравится? Оп. Мелочь. Нормально это нельзя. У нас там еще лунки есть, где рыбка покрупнее плавает. Сейчас мы туда и пойдем. Опаньки, мормышку пока опускал, там еще один прибежал. Есть. Мелочь. Thank you.
Вот он. Кабаняка. Кабаняка. Класс. Зачетные. Атас. Адреналинище, руки трясутся сами. Ребята, руки трясутся сами. Идет, идет. Вот смотрите, друзья, товарищи, как окунь ложится спать. Видите окуня? Вон он посередине. Время просто уже вечер. И я так полагаю, то, что рыбка начинает уже клониться ко сну, что называется. В общем, друзья, товарищи, вот такой вот у меня сегодня улов. Не хотел я, в общем, показывать видео без рыбы. Вот поэтому уперся до последнего. Наметил определенные точки на карте, до которых надо во что бы то ни стало добраться. Добрался до сюда. Здесь оказалось место абсолютно не разбурено. Никто сюда в течение этой зимы еще не ходил. Ну и, собственно говоря, вот этот последний золотой час вечерний оказался очень удачным. В том плане, то, что нашел и сорожку активную, и окунька активного. И в течение вот этого вот закатного часа успел половить. Окунь, как вы могли заметить, подводную камеру уже начинает ложиться спать. То есть прячется, садится так на дно и все, и сливается с местным пейзажем, так скажем. Сегодня видел в камеру одного хорошего окуня, такой прям грамм, наверное, на 400, не меньше. Такой прям уже настоящий горбач. Вот, но, увы, в том месте достаточно серьезная разбурка, и поэтому окуни там были привередливые. Не стал я их вытрясывать, а решил прогуляться по реке и поискать активную рыбу. Ну и, собственно говоря, это получилось. Сегодня у меня работала вот эта вот удочка моя самодельная.
кивок здесь идет из лавсана, кивок стилет. И мормышка, свинцовая мормышка с белой бусиной. В весе она где-то, наверное, 0,2 грамма. То есть она очень маленькая. И в такой сильный мороз на такую мормышку с таким весом ловить трудно, потому что и у нее не хватает веса, чтобы стабильно играть. Потому что постоянно корочкой льда покрывается поверхность воды в лунке и начинает леску закусывать. Веса мормышки не хватает для стабильной игры. Вот. Но тем не менее, именно эта мормышка сегодня принесла основную массу рыбы, которую я сегодня поймал. Можно было бы, конечно, и на нимфошарик рыбачить, но он в весе 0,4 грамма и для глубины в метр, для такой неактивной рыбы, ну, я считаю, что как бы перебор. Вот, леска тут стояла 0,1, то есть если бы клюнул какой-нибудь крокодил, то мы бы с ним пободались. Щуку сегодня увидели, тоже как бы классно, она тут плавает и жрет, видимо, вот эту вот мелочь, которая тут водится в изобилии. В общем, рыбалка мне самому понравилась. Не знаю, как вам, но мне понравилось. Прогулялись по реке, места просто шикарные, просто красивые, людей никого нету. Подышал, побурил, половил, отдохнул и надеюсь, что я вам показал. В общем, ребята, у меня на этом все. Берегите себя, желаю вам почаще бывать на рыбалке. Увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока!